добавить. Мобилизовал кучу мяса. Но это мясо уничтожается с бешеной скоростью. Просто вы видите, уже в ряде городов России возникают такие стихийные полубунты, потому что женщины приходят к начальству, там своему областному, и рассказывают, что вот 500 человек убито из вновь мобилизованных с нашей области. Практически одномоментно. Вот говорят, 29 выжило, 500 убито. Но даже это не заставляет их выходить на улицы, требовать свержения Путина. Даже это фантастический народ вообще. История с мобилизацией не дала и не даст ничего. Это плохо обученное, а временами часто не обученное быдло, алкоголическое, наркоманское, психоневропатическое. Их же не проверяли перед отправкой на фронт ни медики. Их подчас не готовят вообще к войне, не готовят просто. Живут они в основном в палатках, кое-как и кое-где. Вот сейчас из Беларуси наша разведка, мне дали распечатку, передаю, что огромная там заболеваемость огромная. Люди болеют от ковида до астмы, желудочно-кишечные заболевания, потому что жрут что попало, спят где попало, холодно уже и так далее, и так далее. То есть 318 тысяч они мобилизовали, как Путин сказал, 300 мобилизовали и 18 тысяч пришли сами, добровольцы. Я в это не верю. Я думаю, что мобилизовано больше на самом деле. Поэтому он и не подписывает указ о завершении мобилизации. Я думаю, что мобилизовали больше. Но распорядиться этим мясом они толком не умеют. Не хватает ни тех, кто учит, ни тех, кто ведет в бой. Потому что по свидетельствам, вот опять-таки, перехвата, я читаю, солдаты говорят, мобилизованные, что все офицеры убегают, оставляют нас один на один. То есть что они сделали? Они сначала бросают мобилизованных. Кадровая армия и ЧВК пригожинские сзади. Вот сначала, мол, украинцы, давайте тренируйтесь на них. Те же тоже стреляют мобилизованные, они жить хотят, они отстреливаются. Поэтому этот козырь не сработал и не сработает.